Мособлархитектура согласовала облик объекта проекта повторного применения – офис врача общей практики в селе Савинская Слобода. Авторы пилотного здания разработали три варианта фасадных решений для медучреждения. Офис в Савинской Слободе представляет собой одноэтажное строение площадью порядка 340 квадратных метров. В нем будут кабинеты для приема и врачебного осмотра пациентов, процедурная и другие специальные технические помещения. Для максимального удобства посетителей предусмотрен вход в здание без лестниц и пандусов.